Вітаємо! З вами рубрика «Глас народу». Сьогодні ми запитаємо у полтавців, що таке харизма, чи можна її тренувати, і якщо так, то яким чином? Харизма, она, по-моему, по определению та, которая дается от Бога изначально с рождения. Ее приобрести вряд ли сложно. Можно другие качества приобрести подобные харизмы. Лидерские качества, все возможные. Харизма тогда раз дано, ее уже не потерять, не воспитать заново. Вот, допустим, я считаю, что я харизматичнее. Вот я холерик, я считаю, что я харизматичнее. А другие я не знаю как. Это, я считаю, что это качество врожденное. Ее можно развивать, тренировать, а лишь... Если ты вот флегмат, то ты будешь флегмат все время. Поэтому это, на мой взгляд, конечно. Ну, это лидер, я считаю. Это человек, который ведет всех за собой, а все за ним ведут. Харизматичный человек – тот человек, который обладает какими-то преимуществами над другими, ну, в плане эмоционального, скорее всего, состояния. Харизму, конечно же, можно и нужно тренировать и развивать свои личные какие-то лидерские качества. Ну, как-то так, наверное. Харизматичная людина, мабуть, это та, яка поводит себя не так, как все. А как? Виділяється. Ну, головне, щоб оточення було таке, що стимулюватиме для підвищення харизми. Новички знання це вже дають нам освіта, ну як не знаю, в спілкуванні там з іншими людьми. А харизма це дійсно те, що людину виділяє. Харизму тренувати невозможно. Всі треба родитися. Я думаю, що харизма це врожденне качество чоловіка. Вот. І яким ти якби родився, от таким ти і є. Скільки людей, стільки й думок. Кожна з них важлива для нас. Не бійтеся висловити власну точку зору. З вами була рубрика «Глас народу». Побачимось!